Всем привет, мои хорошие, ассалам алейкум. И это, наверное, такое первое видео на моем канале, точнее распаковка. Я заказала с магазина IKEA товары для дома, для малышки, для Мадины. В общем, сейчас все покажу. Заказывала я с сайта, что там доставим до дома, то ли что. Это не реклама, я точно не помню, как назывался сайт, но что-то там до дома. Заказывала я сама на свои деньги, мне сегодня вот принес курьер, пока Мадинка у меня спит, я решила быстренько показать. Всего заказа, то, что я заказала, мне не пришло плечики детские, потому что я хотела все Мадинкины вещи развешивать на плечики, но, к сожалению, они не пришли, точнее, их там не было. И Мадине заказывала я подушку узкую, точнее, ну, маленькую подушку, как бы она нормальная, но она по толщине небольшая, чтобы ей было удобно спать, потому что сейчас она спит на подушке, которая все равно ей шею, голову немножечко выше поднимает, чем ей надо, а я хотела нормальную подушку, но ничего, я посмотрю здесь, какие, если здесь нету, то я сделаю еще раз заказ повторно, возможно, там у них уже на складе появится. Первое, что я заказала, все, кто видел, когда я готовлю, и когда я готовила блинчики, говорят: «Малика, приобрети ты уже лопатку силиконовую, а то твоя чудушница испортится, как все остальные сковородки». И на самом деле я еще до того влога уже заказала лопатку. Вот такая вот самая обычная силиконовая лопатка. Думаю, ничем не отличается от любых других. Я цены подпишу, что сколько стоило. И у нас не было щеточки силиконовой, потому что когда мы готовили булочки, пирожки, я не знаю, как мама это яйцо смазывала, но мне неудобно. Поэтому я вот заказала еще силиконовую кисточку. На кухне это всегда нужно. Далее это вот такие вот прищепки. Кто меня смотрит давно, знает, что в Якутске я уже такие покупала. Покупала я тоже в IKEA, но сейчас я просто заказала. У меня раньше были вот просто вот этого одного размера, да, получается сколько, 20, да, или 10 сантиметров. У меня были вот только такие прищепки, когда я была в Якутске, но мне не хватало маленьких. А в этом наборе здесь идут и маленькие прищепки, и большие прищепки. Это очень удобно, тем более там они, по-моему, стоили по акции, и я их взяла. Потому что я уже говорила, в крупы к нам залазят всякие жучки, паучки, и просто так пакеты открытые уже не оставишь. А удобнее всего вот пользоваться такими вот прищепками. Потом для кухни я еще заказала вот такие вот пакеты, смотрите, вот такие вот пакеты. Я похожие пакеты заказывала уже на Алиэкспрессе, на этом заказывала за рублей 500, и это, конечно же, очень дорого, на IKEA они стоят немного, немного даже, а намного дешевле, я там покупала за 500, а тут я сейчас цену укажу, за сколько я взяла эти. Я не знаю, мне вроде особо не жарко, но почему-то смотрю сейчас по камере, я какая-то очень красная, или мне кажется, сейчас я открою пачку, тут, по-моему, они двух размеров, если я не ошибаюсь. Сейчас проверим. Да, они двух размеров. Сейчас я вам их покажу. Очень удобно такие пакетики использовать для запекания. Ой, для запекания. Для хранения в морозилке. Например, морковку. Делаете заготовки, да, там морковки, перцев, да, чего угодно. Очень удобно иметь такие пакетики. Зип-застежка. Это вообще самое удобное. Всегда выручает. И можно пользоваться многоразово, не обязательно после каждого использования их выкидывать. Вот. Или, например, идете куда-то на пикник, положить туда бутербродики, закрыть, и все герметично, главное, закрыто, и ничего не будет вонять там вперемешку. Поэтому я вот люблю. В общем, один вот такой пакетик большой и один поменьше, видите? Двух размеров. Классно, я теперь... Короче, теперь будем пользоваться. Буду делать какие-нибудь заготовочки из овощей до того, пока мне... До того момента, короче, пока мне позволит морозилка, потому что морозилка у нас небольшая, а семья у нас большая. Вот это уже для Мадинки, смотрите. Заказала вот такие вот... они идут в наборе по 3 штуки. Были в белых цветах, в зеленых, по-моему, там расцветках. Я взяла вот такой розовый и какой-то такой мятно-голубой, да? Это, смотрите. Вот такие вот контейнеры для какой-нибудь мелочевки Мадинки.
самое удобное, что они просто складываются друг на друга, и это может все аккуратно стоять на полке. Сюда я планирую сложить какие-нибудь Мадинины карандаши, всякие игрушки от киндеров, ну, всякую мелочевку. Либо у нее очень много развивающих вот этих деревянных детских деталей, которые для развития, да, игрушки. И они у меня, кстати, лежат вот в таких вот zip-пакетах, а я вот хочу, чтобы это стояло у меня более гармонично и красиво. Я еще хочу стол с Икеи заказать, Мадинки белый, вот этот прямоугольный с белым, с белой, как он называется, с этим, с белым стулом. И это будет вот так вот все красиво, все ее вещи будут лежать на этом столе стоять. Сейчас главное ее не разбудить. Так как мы приехали, ничего с собой не брали, посуда у родителей уже такая вот старенькая, и я решила обновить, чтобы это было красиво, приятно кушать. И я взяла, у меня уже были такие тарелки, я их покупала в Якутске, тоже в Икее. На этот раз взяла, смотрите, две вот таких вот больших тарелки, две штуки, ну, сюда положить что-нибудь там, не знаю, что-нибудь большое, когда мы там все вместе кушаем, да. В общем, понятно, вот такие вот большие тарелки. Можно хинкал сюда выложить, можно там, не знаю, много что можно туда выложить. Взяла две штучки. И взяла пять поменьше. Это такие вот типа блюдцы для вторых каких-нибудь блюд. Мы раньше уже ими пользовались. Я была очень довольна. Самое главное, что они такие классические, подо все подойдут и будет красиво смотреться на столе. Согласитесь? И взяла 5 вот таких вот мисочек. Это типа супницы для супов. Тоже они у меня уже были в Якутске, я ими постоянно пользовалась. И суп сюда делали, и какой-нибудь там салатик порционный, не знаю. Да что угодно можно вот в эти мисочки положить. И тоже все красиво на столе будет смотреться. Взяла 5 штук таких, 5 тарелок вот таких и 2 побольше. Если будет не хватать, да, или еще что-то, взяла почему 5, потому что нас с Мадинкой, если мама, папа, я, муж и Мадина, 5 человек. Потом, если там будет что-то не хватать, докупим, ничего страшного. Покупка меня немножечко разочаровала, потому что я надеялась, что по габаритам оно будет немножечко больше по размерам. А, как оказалось, они совсем такие вот малюськие. Это вот набор, смотрите, из таких вот 4 кружечек. Мне, конечно, хватит напиться отсюда чаю, например, или кофе. Им одинки будет достаточно. Маме, возможно, тоже. А вот папе и мужу этой кружечки, конечно, будет маловато. Поэтому я не думаю, что они будут ей пользоваться. Но мама, я и Мадинка, конечно же, будем использовать. Это очень красиво, когда придут гости, можно... Уже посуда белая есть, да? Можно красиво накрыть стол, позавтракать всей семьей, либо кого-то угостить вот из таких вот красивых кружечек. Да и самим приятно, когда посуда красивая. Я люблю кушать из красивой посуды. Я люблю, когда все красиво, когда все гармонично, но... К сожалению, не на все это всегда хватает денег. Осталось у меня 2 таких, показать вам, больших вещи, которые я взяла. Это, как вы могли понять, вот такая вот подставка для Мадинки, потому что когда она умывается, она у меня уже сама подходит, сама руки моет, с улицы приходит, я иду переодеваться, она первым делом идет руки мыть. Сама кран включает, сама моется, сама вытирает, и главное, с мылом моет. И... Что самое важное, она и смывает это все хорошо. И ей неудобно стоять возле этой раковины. И вот взяла вот такую вот подставку. И, кстати, она вот здесь чуть-чуть типа прорезиненная, чтобы ребенок, может, не подскользнулся, не упал. Вот. Вот такая вот беленькая, классическая, тоже под любой интерьер подойдет. Последняя для маленькой Самии, которая скоро появится на свет. У меня вообще и с Мадиной, что с Мадиной, да, в первую беременность, что с Амией сейчас, у меня уже все готово к 30 неделям. У меня сейчас 27 недель, а для Самии у меня уже и кроватка есть, и ванночка есть, и уже половина вещей купленных. Осталось только докупить там чисто бытовую химию, аптечку и все, в принципе. Для ребенка уже все готово. А, самое такое главное, коляску. Коляску мы еще не купили.
короче, поговорим об этом во влогах. А то сейчас опять разболталась. Она не очень большого размера. Вот я помню, когда я с Мадиной покупала ванночку, она была намного больше. Но и в ней я ее почти не мыла, там, не знаю, ну месяц-два, может, помыли мы там ее в этой ванночке. А потом уже мы мыли ее в большой ванне, в своей обычной. Ну и вот, и сейчас мне пришла эта ванночка, и я такая подумала, ничего себе, хорошо, что она не огромная. И правда, что до месяца-двух в этой ванночке покупать, если вообще не до месяца, да, и потом все равно эту ванночку выбрасывать. Она стоила там, ну, рублей 300, наверное, от силы. И вот такая вот красивая, тоже здесь прорезиненное дно, чтобы ребенок не скользил. В общем, такая вот белая ваночка, крутая, мне нравится. Однозначно все эти покупки удались. Ну, за исключением кружки, конечно, мне нравится, но, к сожалению, что не все в нашей семье будут ими пользоваться. Я вообще планировала себе возьму там розовую, мама, например, желтую, папа синюю, муж голубую кружку, и будем все ими пользоваться, а как оказалось, нет. Ну, короче, ладно, смотрите, сейчас я адрес и номер телефона свой закрою. И покажу вам вот то, что здесь вот черным выделено. Этого и заказа не было, как я уже сказала. Смотрите, кому интересно, я думаю, а интересно всем посмотреть цены. Так. Так вот, в общем, такие цены, вот такие вот сегодня у меня с IKEA покупочки. Я думаю, что я с этого сайта еще раз закажу, потому что удобно, что мне курьер аж до квартиры донес, правда, не бесплатно, но все же принес, и не пришлось мне ехать до склада, и очень быстрая отправка. Ну, за неделю, наверное, мне это точно пришло. Я на прошлой неделе заказала, сегодня у нас воскресенье, мне уже пришли все мои заказы, все мои покупки, и... Что немаловажное, вот когда идешь в IKEA здесь в магазин, да, девочки, когда идешь здесь в магазин в IKEA, там накрутка 30%, потому что магазину, ну как бы, чё, в чем прикол, это же не оригинальная IKEA здесь у нас в Махачкале, и в Якутске то же самое. Они, конечно же, накрутку себе делают, там 20-30%. Зачем переплачивать, если можно заказать на сайте? Еще раз повторюсь, это не реклама. Я подпишу, как называется магазин, потому что я не помню, что-то там до дома или вне дома. Ну, короче, неважно, я подпишу. Не во всех городах, не во все города они отвозят через этот сайт. Там просто по списку можете посмотреть, в какие города они отвозят, и все. Вот, а на этом я заканчиваю это видео. Всем пока, ассаламу алейкум. Спасибо, что досмотрели до конца.